Всем привет, это канал Canada Cars, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы делаем презентацию одного, скажем так, из уникальных Мерседесов GL AMG комплектация. Самая-самая дорогая, мы таких не видели никогда в жизни. Машина 2012 года, машина дизельная, семиместная. Значит, по пробегу, по информации, все вот это мы вам скинем, вам лично на Viber, Telegram или WhatsApp. Значит, машина имеет чип-тюнинг, то есть она чип-тюнинговая. У нее нету системы этих всех катализаций, всего этого вместе взято, она протюнингована изначально. Без единого ДТП, один единственный хозяин у нее был в самом дорогом исполнении. И самое главное, цена вот этой лапочки, чисто 2012 года, всего лишь $19 800 США под ключ в Украине. В Евросоюзе она будет еще дешевле, вообще будет стоить копейки. Поэтому, кто живет в Евросоюзе, Польша, Чехия, Румыния, страны Прибалтики, звоните, потому что вы такой вариант в Германии нигде не найдете. Это редкость, это большая-большая редкость. И в чем эта редкость заключается, мы вам сейчас покажем. И мы на этой машине прокатимся, и вы увидите ее во всех проявлениях. Обалденный аппарат. Давайте, пока не потемнело, мы вам ее покажем. Так, друзья, посмотрите на вот этого красавца. Это какой-то, ну не знаю, супер автомобиль в комплектации AMG с расширителями арок, с 21-ми дисками, резина Pirelli, новые тормоза. Машина к нам приехала из Альберты, ни грамма ржавчины не имеет. Есть подножки, видите, заводские, бесключевой доступ. Сейчас я хотел бы обратить внимание на вот эту вещь, видите, она не крашена нигде, все в оригинальной краске. Вот это пленка с завода наклеена сюда для того, чтобы камнями не побило капот. Видите, бампер весь в этой пленке. Это заводская пленка. Вот. То есть это все чистый завод. Ничего здесь не... Даже бампер не красился. Все в идеальнейшем состоянии. Посмотрите на этого красавца. С панорамной крышей. С рилингами на крыше. Машина с пневмоподвеской. 3.5 BlueTEC, ну то есть 3.0 реально мотор у нее. Фаркоп заводской. Машина чип-тюнинговая, у нее нету никаких катализаторов, ничего нету. Она просто имеет прямоток. Прописано у нее Stage 1. То есть это самое идеальное, как говорится, исполнение для всех абсолютно людей, которые любят подрифтовать и поэкономить топливо, чтобы машина не ломалась, скажем так. Это очень сильно влияет на продолжительность жизни автомобиля, когда машины после чип-тюнинга. У нее камера заднего вида, у нее бесключевой доступ со всех дверей, абсолютно все двери. Плюс у нее дистанционный запуск мотора. Посмотрите, в зеркалах у нее датчики угла мертвых зон. У этой машины дистанционный запуск мотора, еще раз хочу сказать. Подножки, диски, все AMG. Расширитель арок, еще раз, вот видите, смотрите, какая она расширенная. Она очень расширенная. Ну и давайте, сейчас я вам покажу ее под капотом. Понятно, что у нее столько наворотов, мне тяжело будет вам сейчас их все описать вам. Но я постараюсь по максимуму, покажу описание этих. Как говорится, пройдемся, покажу эти опции. И потом мы с вами прокатимся. Видите, пленочка заводская еще, даже вот вокруг значка она здесь даже идет. Так, смотрите дальше. Мы масло меняем абсолютно у всех автомобилей. Фотографии этой машины в большом очень количестве сможете посмотреть на нашем сайте canadacars.biz в рубрике «Авто в наличии». Теперь смотрите, как мягко работает моторчик. 3.0 турбодизель. Он просто как часики работает. Тихо-тихо, очень идеально. Обратите внимание на все болтики. Видите, они все как новенькие. Видите, все, никакой коррозии абсолютно нигде. Вот если вы посмотрите, никаких, вот на хомутиках, нигде никакой коррозии нету. Почему? Потому что из Альберты, вот эта машина из Альберты прибыла к нам.
Там в Альберте не сыпят соль, не сыпят химические реагенты, а только мелкие камушки. То есть, соответственно, вот за счет этого они не ржавеют в Альберте. С Альбертом мы очень много машин покупаем и стараемся для вас, как говорится, самые сохраненные, лучшие варианты предоставить. Так, смотрите, моторчик работает как новенький. Теперь далее, смотрите, мы поменяли... Сейчас на всех абсолютно автомобилях наших, которые в автосалон попадают, мы меняем масла и фильтра. То есть масло моторное здесь новое, ликвимоли, чистая 100% синтетика. И фильтра тоже новые. Вот он, фильтр. Так что для вас это круто. То есть как бы вы заберете машину, сразу можете ездить, пользоваться. И, собственно говоря, может быть именно... Может быть, именно этот вариант вам больше всего, как говорится, подходит, потому что вам не надо будет инвестировать в него деньги, вот этот автомобиль. Машина с пневмоподвеской, то есть можно ее поднять где-то еще на 15 сантиметров выше, чем сейчас вы видите. Ну, то есть я могу это, в принципе, продемонстрировать. Пока я нажму эту кнопочку. А, нет, это не... Вот она. Пусть она пока поднимается, а я вам покажу опции этой машины. Итак, смотрите. Ну, то, что датчики угла мертвых зон, это окей. Зеркала автоматически складываются, когда вы закрываете машину. Можно их закрыть также путем нажатия на эту кнопочку. Все стекла полностью автоматически спускаются, поднимаются. Вот эта вот фича очень полезная, хорошая, приятная. Это проветривание задних, получается, для задних пассажиров режим проветривания. То есть вы можете вот открыть задние стекла, видите? Вот я их открыл. Но они приоткрываются, не полностью открываются, а приоткрываются, видите? И с этой же, вот, получается, кнопочки они закрываются. Ну вот, то есть... Видно? Наверное, вот так будет больше видно. Да, отлично видно. Дальше. Кнопка багажника. Музыка. Harman Kardon с сабвуферами, со всеми делами. Дальше. Коврики все есть. Мы заклеили их пленкой, чтобы никто не испачкал, пока она до вас доедет. Три позиции. Водителя, да, сохранение вот этих вот руля, позиции руля, зеркал и сидений. Дальше у нас автоматическое включение света, биксеноновый свет адаптивный, пакет северных опций. Потом очень такая интересная штука. Смотрите, эта машина, вот видите, это натуральная кожа перфорированная. Такое вы больше нигде не найдете. Черный потолок. Значит, и вот здесь, что в принципе, практически никогда вообще не встречает на машинах. Подкачка для спины, куча разных, как говорится, версий. Сбоку поддержка, там снизу для спины, для поясницы. То же самое вот на том сиденье, пассажирском. То есть это просто бомба. Подогрев, смотрите, стаканов для этого, как его, чая, кофе, пожалуйста, можете. Итак, руль, понятно, что с подогревом, видите. Электрорегулировочка руля, переключение скоростей, лепесточки здесь, как вы видите, круиз-контроль. Ну и давайте я сейчас сяду в салон, покажу вам немножко изнутри эту машину. Что же в ней такого особенного, да? Давайте пройдемся по, как говорится, по пунктам. Смотрите, значит, у машины то, что пакет северных опций, это одно, да? Извините, сейчас я включу вот камеру заднего вида. Значит, смотрите, у нее следующая петрушка. То есть таких машин не бывает вообще никогда. Во-первых, подогрев сидений, видите, он на всех абсолютно задних, передних сиденьях. Ну, еще и вентиляция сидений трехуровневая. Видите? То есть этого не бывает никогда. То есть на... Получается, видите, обратите внимание,
Вот в чем заключается, собственно говоря, большая очень особенность этого автомобиля. Ну, я вам покажу и подголовники, все вот эти вот в подголовниках эти мониторы, все это тоже здесь есть. Дальше, руль абсолютно не запиленный. Посмотрите, он как новенький. Значит, машинка сейчас работает, никаких перебойчиков, все как новое. Трехсторонний климат-контроль. Потом дальше, так как это пакет для пакета северных опций, здесь есть такая же фича, такая же опция, как керамическая печка и подогрев мотора с электрическими тенами не от розетки, а именно автономно от этой машины самой. Кнопка REST, когда вы ее заглушили, машина начинает подавать тепло, пока аккумуляторная батарея как бы не разрядится до 12,1 вольта. Да? То есть она тепло подает, в принципе, не от горячего тосола, а от того, что этот тосол подогревается электрическими тенами от аккумуляторной батареи. Потом черное дерево, ну, то есть это тоже крайне такая редкая штука, причем дерево натуральное. Видите, это не пластик какой-то. То есть это же не знаю, что вам еще показать. Смотрите, понятно, что черный потолок. Здесь куча опций. Зеркало имеет три позиции для ворот. Вы можете приехать, открыть машину, открыть ваши гаражные ворота из салона автомобиля. Так, далее. Давайте пройдемся далее с вами. Сейчас я покажу. Во-первых, давайте открою багажник тоже, чтобы было посветлее в салоне. Теперь смотрите вот здесь. Вуаля. То есть машина имеет мониторы, которые тоже крайне редки для комплектации у нас в Канаде. А у этой все есть. Потом вентиляция. Видите, вентиляционные шахты выходят даже из сидений. Пульт для телевизора, вот это для двух экранов. Наушники. Все оригинал Mercedes. Потом воздушные туннели в потолке. Черный потолок. Для задних пассажиров люк. То есть вот она какое состояние идеальное сзади, для последних пассажиров. Машина семиместная. Кожа. Это не винил какой-то, это натуральная кожа. Далее, смотрите. Здесь подогрев сидений. Задний получается, ну вот, подогрев сидений трех уровней. Задний климат-контроль не просто кнопка авто, а именно с температурой. То есть вы ставите температуру, и она вам дует. То есть трехсторонний климат-контроль. Бежим дальше. Ну, кнопка, это понятно, да? Что я хотел сказать, что запах из глушителей немножко напоминает такой, скажем так, камазовский запах, да? Ну, камаз такой вот, или там икарус, ну, есть немножко, потому что это чип-тюнинговая, нету катализаторов, и она дает такой запах. То есть, значит, кнопки для складывания сидений, то есть вам багажник можно сделать огромный. Ну и, соответственно, погрузить в этот багажник что угодно или кого угодно. Дальше, значит, здесь ключи, насосы, все, что хотите. Все примочки заводские, которые должны быть, все здесь есть в этой машине. Дальше. Здесь у нас аптечка. Не дай бог, чтобы она вам пригодилась, но она здесь есть. Так, дальше у нас розетка. То есть вы можете заряжать ваш компьютер или мобильный телефон прямо из этой розеточки. Видите? Дальше. Посмотрите, что здесь все в идеальнейшем состоянии. Хоть это брали, видимо, машину для большой семьи богатой, но сзади такое ощущение, что никто и не ездил в итоге. Мониторчики вам.
Шахты, видите, кстати, вот шахта идет с вентиляционной прямо до задних пассажиров. А угол наклона спинки меняется в зависимости, ну, как вам нужно, какой вам нужно этот уклон сделать. То есть все тут делается. Мы пленочкой здесь все заклеили. Посмотрите, коврики у нее оригинальные есть. Мы их тоже пленкой заклеили, чтобы это просто все не ухезали, не ушатали, как говорится. Датчики угла мертвых зон. Так, ну давайте здесь что вам показать. Музыка тоже Harman Kardon. Память на трех пассажиров, память сидений, деревянные вставки в идеальном состоянии, никаких трещинок, ничего нету, все супер. Ну, то есть там придраться в этой машине на самом деле вообще не к чему. Можно только восхищаться и опциями, и ее состоянием. То есть здесь, понятно, тоже обдув сидений, ну и подогрев сидений. То есть электрорегулировка сидений. Ну, то есть машина в самой дорогой комплектации, которая только бывает у Мерседесов. Ну что, ребят, давайте мы сейчас с вами проедемся. Вот, кстати, подножки, видите, тоже в идеальном состоянии. Мы это все заклеили, чтобы вам не ушатали это, пока вы получите у себя дома. Давайте мы на ней прокатимся и посмотрим, как эта лапочка гоняет по дорогам. Пошли. Так, ну что, включаем. И поехали на этом красавце. Теперь вы в автосалоне у нас, как говорится, в салоне нашем, в автосалоне. А вот этот вот, еще раз хочу сказать, GL. Шикарнейший GL, который в комплектации AMG со всеми делами. Еще раз по цене. Всего лишь 19 800 под ключ для Украины. Но для Евросоюза она будет стоить намного дешевле. Потому что нет акциза, нет того, нет этого. Она дешевле намного. Ладно, машина, смотрите, имеет CD-ченджер на 6 дисков. Она имеет карточку, видите, то есть CD-карту вы можете поставить и, как говорится, слушать музыку от нее. Режимы подвески, спорт, комфорт, нормал, да, разные всякие опции для того, чтобы там на горку вы заезжаете, с горки спускаетесь, все вот эти штучки есть. Еще раз хочу сказать про функцию REST. Это канадская версия автомобиля. Из Альберты, из холодной провинции, где просто остро необходим подогрев салона, подогрев руля, подогрев сидений, причем быстрый подогрев салона и дистанционный запуск мотора. У этой машины вот дистанционный запуск мотора есть. Так вот, когда вы, вот у нее вот керамическая печка, да, со всеми этими тенами, очень быстро прогревается, но когда вы заглушили машину, еще раз вы нажали функцию REST, и она будет продолжать вам дуть теплый воздух до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до 12,1 вольта. Ну что, поехали на этом чип-тюнинге, потому что это чип-тюнинг, это не простой Mercedes. Это Mercedes без экологии. Коробка скоростей у него уже 9-ступенчатая, то есть это чиповая машина, это AMG. Значит, и она жрет очень мало топлива за счет того, что нету сопротивлений, вот этих вот катализаторов лишних. То есть у нее расход топлива получается всего лишь, я хочу сказать, где-то около 7-8 литров дизеля вот для такой вот огромной коровы. То есть это, ну, не мне вам рассказывать, вы сами понимаете, что это ничего, потому что машина весит 2,5 тонны, она тяжеленная, а разгоняется она просто уникально быстро, да, это раз. Второе, она при этом очень супер экономная, ну и, наверное, самое главное, она очень надежная, и Mercedes. Самое главное, что вам будут все кланяться и говорить: здравствуйте, господин, вы приехали к нам в гости, мы вот всем, как говорится, хутором решили вас встретить с хлебом, с солью, да. То есть действительно машина статусная, то есть сказать, что она обычная, невозможно, она крутая, крутейшая по всем абсолютно параметрам, по внешнему виду, по вместительности своей, по экономичности, скажем так, ну вот сам вот этот значок Mercedes, чего только стоит, да, то есть он как моя голова почти по размеру. Значит, мы сейчас поставили режим спорт, ну, она немножко жестче за счет этого стала, но как-то приятнее, знаете, при спорт-режиме ехать по трассе, то есть она более
жестко держит дорогу, она не такая мягкая, не такая, как говорится, развалистая, да, поэтому я думаю, что ну, это более практично по магистралям ставить именно режим спорт. Комфорт лучше, конечно, ставить именно тогда, когда вы едете по плохим дорогам, по бездорожью где-то, да, по сельским дорогам. Вот, и нормал мод, то есть вы можете ставить себе уже тогда, когда вы ездите просто там по средним дорогам, там, по городским каким-то, да. Вот видите, она мне пикнула, вот красным загорелся треугольник, что там было препятствие. Я выезжал сейчас на магистраль, и так как там было препятствие, я включил поворотник, она увидела, что там ехала машина сбоку, сразу мне пропикало, и загорелся этот красный треугольник в зеркалах. Ну, то есть... Хорошая тема, вот сразу он тоже загорается, когда какая-то вот машина сбоку едет. Смотрите, навигация четко показывает, причем она показывает для всех стран, и для Европы, и для США, и для Канады. И в принципе, вот видите, как она даже дорогу так показывает сбоку. Вот если вот смотрите, вот тут маленькая карта, а здесь как 3D получается, видите, дорогу она показывает. То есть гипернавороченная машина, можете ехать смотреть мультики с семьей, кино, друг друга отвлекать и мешать вы не будете. То есть это машина и для дальних дорог, вот, ну и в принципе для, я включу подогрев руля, и для дальних дорог, и для городских поездок. То есть она супер гиперсолидная. Ну вот мы с вами несемся 120, приятно на ней ехать, я вам скажу, это как какой-то летучий голландец, корабль какой-то. Обалденнейший аппарат. Вы, конечно, будете приятно удивлены всем этим опциям, которые вы получите в этом автомобиле. Трехсторонний климат-контроль, вот эти вот все цацки, подогревы, вентиляции сидений. Сзади куча шахт для воздуха, для подачи воздуха. Ну, знаете как, это спецзаказ автомобиля. То есть, видимо, у дилера, когда покупали новую машину, был спецзаказ, именно на эту машину заплатили массу денег, почти уверен, что на тот момент, на 2012 год, когда эта машина только появилась и продавалась, все эти цацки-пецки, вот эта машина стоила где-то, наверное, больше 120 тысяч долларов. Потому что сейчас такой AMG купить, ну, только не дизельный, а бензиновый, он будет больше 120 тысяч долларов железно стоить, да? То есть на тот момент это была такая же, как вот сейчас GLS, предположим, да? GLS, ну, вы сейчас вот купите GLS в самом топе, AMG, сколько он будет стоить, допустим, пойти в автосалон? Ну, примерно 1160-180 здесь у нас, да? Меньше 200, но под эту цифру, они дорогие очень. Соответственно, на тот момент вот эта дизеляка тоже примерно таких же денег и стоила. То есть вот вам и вся, как говорится, математика. А сейчас вам дается просто уникальная возможность купить за копейки эту машину. Да, машине 9 лет, но опции сохранились, все абсолютно. Вот каждая пимпочка, каждая кнопочка, все в рабочем, в идеальном состоянии. Вот это тоже очень немаловажный такой момент, что вам достается машина в каком-то состоянии супер сохраненном. То есть с нее пылинки сдували, да? А тормоза у нее новые. То есть это тормоза устанавливал еще, ну, видимо, прежний владелец, это не мы устанавливали. Но видно, что они новые, тормозные диски новые, колодки новые. То есть она очень такая ухоженная, да, вот. И все вот эти, вот если обратить внимание на состояние там руля, кнопочек здесь, да, все настолько в идеальнейшем состоянии сохраненном, что просто, знаете, ну, вы будете реально приятно удивлены этой машиной, когда вы ее получите, скажете, боже мой, а что так умеют люди пользоваться? Чтобы никаких царапинок нигде не осталось, чтобы все эти ниточки все, как были с завода белые, так и не остались. То есть, да, оказывается, можно. Касательно чип-тюнинга, у нее Stage 1. Вот эти катализаторы, вся эта система катализаторов. Так как ее нету, да, то есть прямоточный глушитель. А звук-то не изменился, посмотрите, вот вы послушайте. Звук тихий, абсолютно тихий. Моторчик тоже тихо, ровненько работает, да. Все просто в идеале, да. И вот, конечно, за счет того, что она, получается, прямоточно у нее увеличена и мощность, и за счет этого, естественно, мотор проживет намного дольше, потому что он дышит, фактически, там вот эта турбина не изнашивается, да. То есть не надо проталкивать сквозь эти соты катализатора выхлопные газы.
не надо заливать вот эту жидкость AdBlue. Это тоже очень важно. То есть вам, вам не надо вот это делать, понимаете? То есть, соответственно, это такая штука, которая в любой стране придаст вам, как говорится, и надежность, и уверенность в машине, ну и простоту в эксплуатации. Залили просто дизель. В принципе, знаете как, еще очень немаловажно, что уже когда при такой чип-тюнинговой системе вы можете заливать простой дизель, обычный, не тот, что, допустим, там с пониженным содержанием вот этих вот серый, да, а простой дизель, который, собственно говоря, вам типа как для машин с катализатором он хуже, да, а вот для этой она кушает все. С любого трактора слили и поехали. То есть вот, вот такую вот лапочку мы вам, как говорится, предлагаем, да. То есть скорости можно переключать прямо на руле, то есть меньше, больше, больше, меньше. А вот здесь, как видите, информативное какое получается, поделенный экран показывает, где какие съезды, через сколько километров и так далее. Кстати, тоже хорошая тема. Вот, ну, слушайте, она просто, ну, как летучий голландец какой-то. Едешь на ней, такая, прямо балдеж какой-то. А подголовники у нее необычные, кстати. То есть такие подголовники идут на BMW X5 M-ках, да, которые вот складываются и вот очень получается хорошо держат голову, да, в случае там есть, не дай бог, какого-то удара. Регулируются вот эти подголовники прямо отсюда. Видите, я могу их поднять вот вверх и вот так же спустить вниз. Ну и как получается, вот эти вот подголовники регулируются, еще вот здесь сжимаются, то есть чтобы вам удобнее было здесь вот в области шеи. Естественно, в автомобиле есть датчики света, дождя, все вот это вот, да. Это, естественно, все есть. То есть, ну, скажем так, она укомплектована все по максимуму. То есть, ну, в нее не то чтобы не пожалели денег, а в нее просто втапливали деньги, как просто нефть в трубопровод, да. То есть Альберта как раз это такая провинция в Канаде, единственная провинция, которая добывает столько нефти в огромнейших количествах. И там очень много богатых людей проживает в Альберте. То есть Квебек на самом деле, где мы живем, Монреаль, ну тут в принципе, можно честно сказать, нищеброды по сравнению с ними, да, бедные люди. Не такие богатые, как там. Там намного больше возможностей зарабатывать деньги. И они там, эти деньги есть, и люди достаточно обеспеченные все. Ну, человек, у которого есть деньги, ну почему ему не купить классный дом, крутейший автомобиль и радоваться жизни, ездить отдыхать куда-то с семьей и все такое. Так там и делают, соответственно, да. Вот, ну, так как мы все-таки живем тут в порту, мы можем только позавидовать белой завистью, сказать, молодцы, чуваки, спасибо вам за вашу нефть и за ваши прекрасные машины. Да, мы живем попроще. Но зато мы в портовом городе, единственный портовый город, который, скажем так, обеспечивает все товародвижение, вот это Монреаль, с атлантической стороны, да, то есть там сюда все заходит для Канады, вот этой зоны до серединки Канады, да, и даже больше, может быть, и все отсюда экспортируется, это вот именно с Монреаля. В Халифаксе это тоже производится, но в Халифаксе там немножко другая логистика, там не в контейнерах, а Роро только отправляется. Ну что, вот такая красавица у нас. Mercedes-Benz GL350 AMG Chip Tuning. 2012 год. В самом дорогом исполнении. Без ДТП. Все в оригинале. Один собственник. У вас есть шанс ее купить. Я надеюсь, вы успеете ее приобрести. Желающих много, а машина одна. Поэтому, как говорится, быстренько звоните нам. Телефон у вас есть, и покупайте. Это может быть ваша машина, и вы будете радовать и себя, и свою семью вот этой вот красавицы. И еще раз хочу сказать, не забудьте подписаться на наш канал, в приоритете поставьте колокольчик, чтобы все наши новинки, которые в автосалоне появляются, да, чтобы вы сразу могли быстренько купить, без всяких, как говорится, проволочек, чтобы вы были первым, да, то есть у вас пришло уведомление, вы сразу имеете возможность позвонить и с нами связаться,
забронировать, купить машину. Окей, спасибо вам большое еще раз за все, что вы там и покупаете, и заказываете. Сейчас мы вернемся в автосалон, обернем пленочкой вот эти руль, сиденья, чтобы никто это не испачкал. Вот, и чтобы вам эта машина досталась первозданном виде, как вы ее сейчас видите. Все, пока-пока и до новых встреч.